А наш следующий сюжет о белгородке, которая своим каждодневным трудом делает белгородские дворы чище и ухоженней. Валентина Никулина в этом году признана лучшим дворником Восточного округа. Женщина была удивлена вниманию телеканала. Не каждый день героинями становятся рядовые работники жилищной сферы. Рабочий день Валентины Никулиной начинается в 6 утра. Пока город спит, ей нужно успеть навести чистоту. Фронт работ – 4 многоквартирных дома. Валентина Васильевна признается, к физическим нагрузкам привыкла. А вот морально бывает тяжело. Бывает иногда и непонимание со стороны. Ну, не обязательно жильцов этого дома, а просто вот проходят, бросают, там, набрасывают все. Сделаешь замечание или просто даже не замечание, а просто спросишь, могут нагрубить. Дворником Валентина Васильевна трудится уже 13 лет. До этого большую часть жизни работала в торговле. На пенсии пришлось сменить вид деятельности. Несмотря на все трудности, уверяет, работа ей нравится. В четырех стенах очень тяжело. А здесь общение. Одно, второе. Я живу не здесь рядом, вот с участком, а мне нужно еще пройтись. Так бы утром я бы сидела и думала, там болит, там болит. А то я пока потихоньку пройду, я разомнусь. И полезное, и приятное. К местным жителям Валентина Васильевна относится как к своей семье. Наведенной чистоте и сама радуется. Жильцы отвечают взаимностью. В этом году Валентина Васильевна была признана лучшим дворником Восточного округа в конкурсе «Наш белый город». Для меня это была большая неожиданность. По жизни привыкла, что нужно просто работать, выполнять свои обязанности. Мне кажется, я просто работала, выполняла то, что я должна была делать. Свободное время Валентина Васильевна предпочитает проводить с внуками. Так что после работы лучший дворник Восточного округа становится лучшей бабушкой. Елена Погорелова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.